Алексей Навальный, кандидат в мэры Москвы, освобожденный из-под ареста по требованию российской прокуратуры, приехал утром в воскресенье в Москву. Здесь его встречали многочисленные сторонники. Они уверены, что Навальный станет будущим президентом России. А ведь еще 18 июля суд приговорил популярного оппозиционера к 5 годам колонии общего режима. Подсудимого арестовали в зале суда, но уже на следующий день он был выпущен под подписку о невыезде. Освободить Навального и офицеру из-под стражи в зале суда немедленно. Апелляционное определение подписано всем составом суда. Даже самые жесткие критики Алексея Навального сегодня согласны. Именно он может составить реальную конкуренцию нынешнему мэру Сергею Собянину. И лишь участие в городских выборах оппозиционера может сделать их легитимными. А что касается участия в выборах, я не какой-то там, понимаете, им ручной котенок или щенок, которого они сначала выкинули с выборов, не будешь участвовать. Потом сказали, нет, давайте мы его на месяцок опустим, он будет участвовать в выборах. Я сейчас вернусь в Москву, мы обсудим все с нашим штабом. Я уже говорил много раз, вне зависимости от того, что будет реальный срок или условный, избирательная кампания будет продолжаться. Встречи Навального готовились все, как многочисленные соратники оппозиционера, так и правоохранительные органы. ОМОН, полицейские автобусы, автозаки с утра заполонили площадь у Ярославского вокзала в Москве. В любом случае, это видно, паника власти, в любом случае, вот какое бы ни было объяснение, паника власти видна. Боится его власть и правильно делает на самом деле. Я очень уважаю этого человека, и я не думаю, что кто-то за кого-нибудь еще вышло бы такое количество народа на Манежную площадь. Для меня это было открытием, что столько людей, наконец, обрели разум и, наконец, начинают мыслить, и это прекрасно. За 10 минут до прибытия поезда проход к перронам перекрыли. Бдительные охранники обнаружили некие бесхозные вещи. Это не стало сюрпризом для толпы встречающих. Расходиться, как того требовали полицейские, никто не собирался. Обнаружен бесхоз! Обнаружен бесхоз! Пойдите все, пожалуйста, уйдите на площадь Ленина! Пойдите все, пожалуйста! 9:43. Поезд прибывает. Когда появляется сам Навальный, вокзал взрывается рукоплесканиями. Навальный мэр Москвы! Навальный мэр Москвы! Навальный мэр Москвы! Обращаясь к соратникам, Алексей Навальный поблагодарил их за поддержку. Он еще раз подчеркнул, его освобождение – случай уникальный для российского правосудия. Если бы 2 дня назад мне кто-то сказал, не беспокойся, через 2 дня ты снова будешь на Ярославском вокзале, я бы не поверил бы в это никогда. Да, я ни на секунду не сомневался, что мы победим. В российском обществе существует много версий освобождения оппозиционного блогера, но с одним согласны все. Только широкая общественная поддержка и готовность его сторонников к активным действиям сделали возможной его политическую кампанию и заставили власти считаться с кандидатом от реальной оппозиции. В итоге суду пришлось освободить Навального для того, чтобы он мог принять участие в предвыборной агитации. Люди в Кремле, люди в Белом доме, люди в администрации президента. Видимо, кто-то недопонял, кто-то, видимо, не пропустил сигнал, видимо, сигнал не дошел. Видимо, не было изначально в планах сажать Навального. Я не знаю, что произошло. Я думаю, что история расскажет. И хотя никто из оппозиционеров не питает иллюзий по поводу исхода выборов, в ближайшие 7 недель Алексей Навальный и его команда будут усиленно работать. Но независимо от того, кто победит на выборах 8 сентября, российское общество одержало политическую победу. Люди поверили, что они могут заставить власти слышать свои требования. В зале суда силы нет, и власти нет, а здесь сила, и здесь власть. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы!